Я считаю, что можно бороться с нищетой митингами, забастовками общими на мировом уровне. Я думаю, что сами люди должны с ней бороться, потому что все-таки в первую очередь это зависит от них. Сколько бедным людям денег не давай, у них все равно их никогда не будет, потому что они неправильно выстраивают, я считаю, свои финансы и тратят их, соответственно, неправильно, поэтому у них нет денег. Я думаю, каждый человек сам способен заработать, то есть это не то, что должен кто-то другой его спасать. Все зависит от самого человека, я так считаю. Конечно, если все вокруг станут добрее, то бедность будет предотвращена. Если у нас все рассчитано на то, что только верхние слои населения живут хорошо, а низы не очень, то, к сожалению, ничего не выйдет, и бедность будет процветать и дальше.